Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Швецию, Sigmar Civilization 6. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Ну а спонсоры видят все серии сразу во вкладке сообщества. Приятного вам продолжения просмотра. Да, отлично, просто подставлен был лучник. Торговая республика. Скидка на улучшение юнитов. Может пока оставить скидку на улучшение юнитов. Бонус соседства гавани. Ну, можно пока бонус соседства гавани, кстати. И плюс 2 золота. Так сделаем. 163 науки. 102, 163, 130. 53 культуры, 26, 60. У меня с культурой все неплохо. Чего они так быстро ходят-то? О, вышли в возрождение и приняли... А, ну все. Я думаю, что в золотой век мы выйдем. Что там, кстати, с великим этим человеком? Ну, я его возьму. Университеты дают плюс 2. Плюс 2 науки. Мгновенно создает в этом районе университет и библиотеку. То есть мне надо где-то кампус поставить. Теперь Упсале. А, следующим ходом. А вот и Паленке. Под влиянием неизвестного игрока. То есть его недавно нашел зрачок, явно я его. Ты единственный, кого я не встретил. Пошли в госслужбу. Ой, я следующим ходом, как в Вашингтоне, все вырублю, а? Прям вот все, что тут есть, вырублю. Ну, правда, наверное, леса все-таки, наверное, не буду вырубать, потому что нету производства в городе иначе. Просто будет какой-то голый Вася. А, нет, еще один ход ждем Магнуса. Блин. Так, что тут, куда тут? Купсали. Надо всю веру израсходовать до того, как закончится. А, я тут кампус хотел. 4 населения.
Маяк. Кстати, тут давайте купим строителя, надо обработать. Я понимаю, что тут меньше будет зарядов, но тут ждем следующего хода. Египет расширяется. Мечник об меня убился. Тут все вырубаем. Так. Мастерская. Так, универ. А, это улучшение. Так, здесь мы лесопилку ставим. Ну, гавань я тут точно строить не буду. Мавзолей в Геликарнасе. О, может, колосс? А мавзолей в Геликарнасе? Блин, производство. Ну, блин, Вашингтон как-то для чудес не особо интересный город. Военный лагерь, кстати, построю. Не помешает. Клетка стоит, и тут 90. Тем не менее, мы ее покупаем. Достраиваем военный лагерь, конюшни. Здесь лечиться, лечиться. Скакали, смотри, что тут дальше есть. Перебрасываем в Упсалу. Алексей, предложение. Нет, не хочу я право прохода ему давать. Вообще никому не хочу. Где у меня Лиан сидит? В Винчепинге, да? Пять ходов еще осталось. Но у меня следующим ходом Пикачу, все время хочу сказать. А, этот Мачу Пикчу. Здесь центр коммерции. Что золотой век, здравствуй. Я, кстати, индустриализацию ускорю следующим ходом. Две верфи.
Как с этим лагерем разобраться? Вот тяжелый проход к нему просто. Вот, просто тяжелый проход. Центр коммерции. Может, развлекательный комплекс действительно в центре. Вот здесь давайте сделаем. Тем более, что какая-то ГГшка просит. Это единственная клетка прохода к Египту, похоже. Вот эта карта сгенерировалась, а? Так, что тут атакуют? Ну, стоим пока здесь. Так, два хода до роста, когда я смогу кампус построить. А нам тут два хода. Ну, я торговца лучше куплю. И, кстати, рабочего, наверное, центр коммерции здесь. Вообще, можно и рабочего тут купить. Три хода. Так, в Вашингтоне мы вырубили все, что могли. Давайте пересаживать в Балтимор. Да, давайте в Балтимор. Балтимор и назначим Мокшу в Вашингтон. Последнее, кого я не встретил. А нечем мне торговать с ним. Так, смотрим. 192 наука. 108, 146, 70. Да, ну я тут доминирую, конечно. Вот мы и встретились. Блин, два хода. Что тут строить два хода? Ну давайте строителями. Инвестиции в центр коммерции тогда. Тут холм. Холм. Тогда подождем, когда Магнус Балтимор прибудет. Я передам эту клетку Балтимору, и тут мы неплохо все вырубим.
Так, я думаю, тут все понятно. Надо тут канал будет делать. Два хода. Я не буду ждать, когда верфи построить. Надо быстрее открыть эту теху. Так, Фес. Вавилон. Давайте первого посла. И поленки. Так, ну мне надо два... 5 послов надо, чтобы прям максимум науки получать. А во, кстати, я сейчас просто вырублю. Это к Упсале? Нет. Давайте передадим эту клетку Упсале, я ее вырублю. А вот вам 4. И строим кампус. Так, плюс 3, плюс 4. Ну вот тут еще плюс 4 будет, но, блин, это клетки вырубать. Значит, вот тут надо вырубить лес. На производство отправил. Здесь куплю еще строителя. Еще у нас два хода есть. Значит, следующим ходом он вырубит тут лес. И все будет зашибись. Театральную площадь, может, военный лагерь. Промышленная зона. О, вот тут промышленная зона. Хорошая встает. Махенджидару есть. Господи, тут ГГшек с этой стороны от американца, оказывается, немерено было. Блин. Она сюда. Thank you.
Двух послов. Так, во-первых, здесь с универов начинаем получать. Еще осталось трех послов в Паленке. Все уже принял. Может, его религиозный сделать? Давай. Я тебе не могу предложить цену себе. А, да он еще не вышел просто. Да. Я тоже принял заново. Так, там миссионеры египетские прутся. Это значит, что мне желательно религию свою сделать. Где-то как-то. Всадник, вот видите, этот миссионер идет. Мне главное его убить. Один район боли, давайте в Йенчопинг. Что? Фига. Резко ты мне войну перевел? Нет. Мисс Клик. Не, в смысле, серьезно, мисс Клик? Ой, я сейчас проголосую, чтобы не было торговых путей с Египтом. Здесь за табак. Что-то трус опять убираем. Да, давайте. Я вообще трус. Сразу минус к православию. Какой? А тут надо следить, чтобы не поплыли его миссионеры. Тут встанем. Ваших торговцев невозможно ограбить. Да. Так. Ну, мне надо религию основать. Ну, плюс 3. Нормально. Давайте даже священное место раньше сделаем. Мне надо основать религию в Стокгольме. А ты на чем? Нужна тебе религия, нет?
ко мне не надо заносить. Не, я без разрешения не буду. Так, ну у меня теперь война получается с Фесом, к сожалению. Зато у Египта с Вавилоном. Не факт, что он его как бы... Не факт, что он его вообще находил. Но нет, не находил. Я вообще только единственный, кто Вавилон нашел. Был. Фабрику. О, Пемпло Майор. Сразу видите, сколько мне тут всего добавило. Плюс 2 жилья, бонус центра коммерции, театральные, священные... О, промышленные зоны давайте, такое место гавани. Ну, хотя и строители. Вот можно, кстати, гавань вместо строителей поставить. Или нет, или пока не ставить. Скидка на улучшение юнитов тоже, мне кажется, пока не нужна. Содержание юнитов. Так. В Балтиморе. В очередь ставим канал. Да, миссионеры. А почему я здесь не могу? Не к тебе. А, Т-образные не допускают. Задание города государства. Тут здесь надо. Я же сказал, что разрешение не буду. Святилище в очередь. Потом надо проект провести на пророка. Наука 203, 120, 133, 75. Короче, у меня тут тотальная доминация, походу. Книгопечатание откроем.
Потом военную инженерию, замки, порох, банковское дело. Здесь в национализм пошли. Фабрику. Ну, вообще, да, тут уже надо фабрику. Петру надо в Гетеборге строить. Древние, ну вот древние стены можно построить на всякий случай. И военный лагерь бы там еще построить. Там сейчас Магнус придет. Будем кучу всего вырубать, чтобы канал сделать. И поплывем. Смотреть, что тут есть. Поплыли. И эту клетку обратно Хольмстату отдаю. Храм и молитвы в священном месте. Так, сколько там до пророка? Ну, француз, кстати, взял пророка. Пока не основал религию. Производство верфь дает. Ай, блин, канал. Мне б тут верфь. Ой, не верфь, а центр коммерции. Ладно, верфь поставлю пока. Да, блин. А что-то мне предлагает англичанка. Какой-то договор. Право прохода. Принял его? Ну, не знаю. Я не знаю, где ты. То есть получается, что право прохода чисто я тебе даю, чтобы ты у меня ходила, а я не знаю, где ты. Дай там корабликом к берегам подплыть, посмотреть. Ну, я понимаю.
анархизм. Может, анархаизм? Да, я даже не знаю. Что это было? Анархизм круче. Даешь анархию. Так, сейчас посмотрим, будет ли у меня селитра. Селитра есть. Что-то где? Под каким-то районом. А, прям под городом. Ладно. Маскат мне столько бабла дает, надеюсь, мне никто его не перекупит. Иерусалим объявил мне войну. А вот еще, кстати, селитрочка. Не, ну тут Петра не так интересно. Вот слушайте, в Гетеборге давайте Петру. Вот, тут Петра хорошо встанет. Точнее, тут не супер Петра будет, просто улучшит клетки, которые есть у города. Внутренние торговые пути дают дополнительную веру. Где я могу ее строить? Необходимо соседство с кампусом и на пустынном холме. Ну, хорошее, кстати, чудо. Давайте дворец Паталы здесь построим. Верфь. Строит в районе банк и рынок. А еще он селитра. Кстати, куда теперь Магнуса? Хотя можно еще вот тут коров и этих вырубить. Вот эти клетки, кстати, не к... А, нет, к ребру относятся. Ладно, будем вырубать эти джунгли.
Где там арбалет? Куда делся? Давай хоть Махэнджо-Даро, ты меня брать не будешь. Это единственная КГшка, с которой в связи был. Я сюзеренить её не буду, потом просто постепенно до 6 докидаю. Окей. Ну, кстати, мы в залив Геликарнаси бы тут построил. Давайте шпиона сделаем. Альгамбра, терракотовая армия, все хорошее. Сферические гранты. Так, 210 науки. 133. Ну. Хочу сплавать, найти там Англию и Англию, по-моему, нет, и Францию, Англия и Франция, Египет и Швеция, Швед, то есть я вынес Америку, а Египет вынес Финикию. Так, 25 ходов. Тоже должен в золотой век выйти. То есть у меня там уникальное улучшение, уникальный юнит. Вот, правда, вот это в правительственной площади мне не нравится. Я строил несколько раз. Мне вот эта фигня, которая тут у Швеции, королевская библиотека, мне не нравится. Потому что шпионы хреново тогда работают. Две ячейки литературы, музыки, любого вида изобразительного искусства. Один губернаторский титул и так дает. Плюс 2 очка великого художника. То есть, если бы я играл на культуру, конечно, офигительное было бы издание, но... О, инженер. На чудеса причем. Кстати, у меня угля нету. Селитра есть, а вот угля нету. Вон где уголь. Это единственный уголь. Так, надо еще раз провести. Молитву в священном месте. И я буду основывать религию. Ну, смыслом этого... Ну, вообще, там что-то ускоряет уголь, две угольных электростанции. В техах где-то что-то, да. Переработка.
Но мне надо литье открыть. И потом пойдем в авиацию. А здесь национализм я открываю, да. Ой, пожалуй, я отсюда уйду. С мушкетерами варварскими не хочется тягаться. Вот тут надо военный лагерь, кстати, просто построить. Я еще первый в мире использовал этот стратегический ресурс. Впервые в мире использовал селитру. Ей. Меня некуда отправлять. В Абидос давайте, конечно, попробуем. Так, я тут хотел... Мавзолей в Геликарнасе построить, да. Торнадо, конечно, просто уже задолбали. Чувствуется, что в 104 степени, что, конечно, сразу все рушит. Лучше не просто ломает, а храм под конец рушит. Так, банк, фабрика тут не нужна, ну эти следовательские гранты. Блин, Геликарнас построил. Не я. Ну, давайте запретку тогда. Переброшу. Уголь. А вообще у людей есть уголь? Я не вижу, чтобы кто-нибудь уголь использовал. Лагерь.
Жителей не хватает для военного лагеря. Первый посол висит. Плюс два влияния. Тут вставляем как что есть. Не то, что в Лондоне строишь, не успеешь. На этом пока все. Спонсоры канала могут посмотреть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество», а для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!